Всем привет, находимся в BMG Drive, и у нас замечательная новость. Как-то АвтоВАЗ и даже ПАЗ разузнали про Радика. Сказали, Радик такой хороший, и как бы ему предложили должность на тестирование автомобилей. Ну и конечно же, он же любит всякие газельки и автобусы. И ему дали протестировать новенький, совершенненько, автобусик ПАЗ. Вот, и сегодня Радик будет на этом пазике ехать. Ему нужно протестировать пазик. И сейчас посмотрим, как он этот пазик будет тестировать. Ну, конечно же, тестировать на скорость. И наш Радик выезжает на дорогу. Аккуратно, Радик! Аккуратно! Автобус новый! Смотри, не повреди новенький автобусик. Все, Радик поехал на пазике тестировать его. Да что такое? Так, у нас, значит, получается, с этой точки мы поедем на тест тестировать машинку. Ну как машинку? Автомобиль? Автобус? Поэтому... Давай попробуем. Так, Радик, сильно не разгоняйся. Машина новая. Кто платить будет за нее, если ты ее разобьешь? Так, сразу фары включим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уже какая-то небольшая авария у нас происходит. Ё-моё. Так, давай, поехали. Аккуратненько едем. Чуть-чуть там фару повредили, ничего страшного. Так, здесь опасный такой. Опасное место, Радик, алло. Тихо. Заносит пазик. Но главное не врезаться в машину. Все, едем. Пока по дороге будем тестировать, потом по бездорожью поедем. О, как разгоняется, смотри. Опа, врезался. Первое. Нифига себе, разбили тачку. Автобус, ладно. Ничего страшного. У нас несколько пазиков, поэтому мы отремонтировали его. И поедем тогда аккуратненько дальше. Откуда здесь камни эти были, не знаю. Но главное держать дистанцию к автомобилям. Но наш Радик немножко выпил кваса. И теперь очень-очень быстро едет. Так, он решил здесь обогнать. Машинки. Ой, ё-моё, врезались. А во что ж мы врезались? А врезались мы в автостоянку. Ладно, восстанавливаем тачку. Ой-о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 й, у меня ничего не работает. Не работает почему-то. Ничего. Ладно, поехали. А какой-то дурачок несется. Смотри, Радик, аккуратно. О, на БМВшке. Ну, конечно, здесь, может, дорога сложная для Радика. Радик привык обычно срезать. Так, давай поехали вниз. Через мост. По мосту. О, там дорога хорошая, прямая будет. Вот, такой Радик любит. Главное повернуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, у нас опять авария. Серьезная причем. Так, а ну-ка, ладно. Отодвигаемся и едем. Радик, ты куда поехал, дурачок? А-а-а! Ё-моё, разбили. Разбили пазик. Ну, ничего страшного. Ладно, восстанавливаем. Приехал он, значит. И говорит, что давайте новый пазик. Ладно, едь давай. Еще раз тестируем машинку. Первый пазик, он говорит, что не очень. Ладно, давай дальше тестировать.
все, едем. Сейчас будем тестировать на разгон. То есть мы разгоняемся. Главное не врезаться никуда. А так тормозим. Ой, тормоза хорошие, слушай, алло. Вот это Радику нравится. Так, Радика я только еще не посадил туда. Но будем считать, что там Радик сидит. Так, сигналочка работает замечательно. Так, давай поиграем немножко в шашечку. Как мы это любим делать. О, как все быстро едут, смотри, а? Сумасшедшие. Так, там у нас туннель будет. Обгоним или нет эту машинку? Оп, хорошо. Так, и тут где-то туннель. Я помню, где-то туннель здесь был. Ох, какая скорость. Надо будет мне спидометр еще вывести, чтобы видно было. Так, оп, нет! Опять, что-то было там. Радик. Там было, видимо, опять какой-то камень лежал. Ёлки-палки. Ладно, восстанавливаем наш пазик и выезжаем с этого туннеля. Фига такие звуки. Эх, сколько машинок собралось здесь. Давай посигналим, чтобы они уехали. Блин, так они еще встали, он как. Ё-моё, дайте проехать. Радику надо отсюда выехать. Смотри, не дает мне, а, гад. Все, выезжаем. Поехали отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой, куда ты вылетел, а? Да я хочу попробовать, как столкновение с машинами сделать хотя бы одно. Лоп-лоп. Как выдержит пазик. Такое тоже нужно протестировать. Опа! Чуть-чуть подвисали какую-то тачку. Но пока столкновение лоп-лоп надо сделать. Да ё-моё, что это тут за камни все стоят? Врезались. Как бы... Следующий ролик будет, ребята... Наш Радик будет тестировать уже какие-нибудь... наш АвтоВАЗ, машинки типа Лады Калины или еще что-нибудь. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставь лайк и пиши комментарий, какую тачку нам протестировать в следующий раз. А мы пока будем врезаться и смотреть, как наш пазик разбился. Разбился конкретно. Все, Радик, вези автобус наш на мастерскую. Так, что-то бедолажечка, давай выезжаем и едем. Ну ладно, пока Радик наш едет в мастерскую, мы будем заканчивать ролик. Всем пока.